Вот она, Зена, королева войны. Точно. Вот таких я девочек люблю. Красивая. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Полина Елисейская. Мне 36 лет, я из Подмосковья, из Гжели. Очень рада спеть сегодня для вас. Единственное, что я, конечно, терпеть не могу, серебряную обувь. Я ее просто ненавижу. Зато посмотри, сколько у нее внутри чертинки в глазах. Я, наверное, птица ручная. Волнуется как. Только вот нет рук для меня. Немножко на Натали похоже, посмотри как. Небольшая. Образ такой красивый. Небольшая, но не моя. Но я хочу глубину от полка, если это полк. Птицы пролечу, не поймаешь. Пролечу, взмахнув я крылом. Сейчас, если будет присутствовать динамика в песне, она сейчас куда-то придет. Ты меня ведь не знаешь, ты меня узнаешь потом. Пролечу я над господами, господа, вы мне не семья. О-о-о, вы меня не трожьте руками. Трюки пошли, сейчас послушаем. Я чувствую. Похоже на Натали и Полину Гагарину одновременно. Ох, ну нажурчали. Давайте посмотрим, сколько Полина голосов напела себе своим потрясающим исполнением. Голос. Это очень хороший результат. Ну что ж, здравствуйте, Мариночка. Здравствуйте. Вы откуда приехали? Из Казахстана, Туркменистана? Из дома. Из дома. Так вы ходите дома? Да. Есть кому служить в доме? Голову помыла, не успела посушить. Да, голову помыла, не успела досушить. В халате пришла, но я на «Ну-ка, все вместе, как дома», Коль, привыкай. А, привыкаю. Понятно. Ну, что скажете по поводу «Теперь только как доцент»? Хорошо, как доцент. Полина, Полечка, Полюшка, вы прекрасна, вы такая лучезарная, такая светлая. Вы уже вышли, и мне кажется, в студии стало светлее однозначно. Этот свет у вас в голосе. Да, поэтому, когда вы выходили на свои верхние прекрасные ноты, как будто бы журчал ручей.
такой хрустальный и очень нежный. Мне очень понравилось. Видно, что вы волновались. Но я думаю, что если вы дойдете до батла, вы сможете нам продемонстрировать хрустальный свой голос еще раз. Мне очень понравилось. Спасибо огромное. Ну, мне кажется, что вот когда ты доцент, ты мне больше нравишься. И самое главное, что вы не часто расходитесь во мнениях с Олесей. Я в шоке, Олесь. Вот, да, это вообще народный я сектор. Я сама в шоке. Ты в моих глазах... Ты, конечно, фантастически выглядишь сегодня. Этот цвет тебе безумно идет. Но в моих глазах ты сегодня просто потерялась. Чтоб ты не встала на такое выступление. Да, это, мне кажется, абсолютно... Ты всегда подпрыгивала на подобные исполнения, на подобные песни. Просто, да, да, еще мне говорят, жми, жми! А сейчас... Ну... А вот, оказывается, на песне меня не возьмешь. Мне стало немножко обидно. Вы знаете, что были таких потрясающих вокальных, внешних вот данных, да? Вот, но все-таки важны мелочи. И вот запоминается всегда, вот меня, по крайней мере, учили, да? Запоминается начало и конец. Можно валять все, что угодно в середине, но вот начало, увы, мне, конечно, не хватило. Ты прям как мою карьеру написала. Про начало? И начало? Или про конец? Ну, конец в середине знаю. Можно валять, это про меня. Вот при красоте, еще раз подчеркиваю, голоса, вы очень обрывали все окончания. Хотя у вас есть возможность держать эти ноты подлиннее. Тогда бы ваш голос вообще был завораживающий, и все бы точно вскочили. Но я бы однозначно. Может быть, эти мелочи, но мне сегодня они помешали встать на ваше выступление. Спасибо большое, Олесь. Спасибо. Петр Рогов! Ну... Петя, я смотрю, ты разулыбался, ты прямо вовсю такой счастливый стоишь. Ой, он проснулся. Вы знакомы, что ли? Нет. Но я и сожалею, я поэтому так и разулыбался, что Полина пришла, и я ее увидел, и я счастлив, что такая красота, такое сияние, такие яркие глаза смотрели на нашу разноцветную стену. Мы всегда выбираем, на что откликнется наша душа. Да, Полин? Но на тебя... Не только душа только откликнулась. Только каменное сердце не откликнется. А вот это хорошее завершение. Молодец. Крутил, крутил, крутил и вывернул. Спасибо прямо... огромное. Огромное. Петр, теперь мы с вами будем знакомы. Вот, вот, крути, не крути. Очень рад, Полиночка. Очень рада, Петр. Ну что ж, а теперь, Полиночка, я думаю, прекрасные слова вам скажут. Посмотрите, вот эти трое из ларца, одинаковых с лица. Сначала Денис Клявер. Я могу сказать одно, что я человек с опытом, я не профессионал. Вот. Но, слава богу, во мне остался зритель. Вот. А зритель, он же не профессионал, просто приходит, ему либо нравится, либо не нравится. Вот вы меня как зрителя просто зажгли. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Поющий бодибилдер. Да. Да. Я лучший. Да. Я встал только потому, что вы похожи на меня. Да? Вы я такая... бодибилдер? Вы такая же красивая. Ну, вы такая красивая, что можно и не петь уже. Спасибо большое. Знаешь, мне понравилось это. Вы такая красивая, что можете не петь, как я. Это девиз твоей карьеры, да? Да, такое есть. Была одна передача, и мы с Дэном ее вели. А в тот момент можно было всем петь по фонограмму. И говорит, вы ведете передачу, можете спеть живьем. Все артисты под фонограмму, это тоже. Вот. А говорит, а он вы тогда живьем. Не выступал еще. Так ты не выступал. Ну, помнишь, да? Конечно. И мы спели живьем. Я просто на дешевые проекты не хочу. И мы спели. Тогда не даже... Да не заткнитесь вы оба! Заткнулись. Вообще-то, говорит, молчу. Один только твой этот. Да не ты, Серега. Ты... Ты короче, мы спели живьем. Стоим около какого-то ресторана, и проходит Лев Валерьянович Лещенко. Который Минас так говорит, о, молодцы, живьем спели, да? Единственные, правда же? Мы говорим, ну да. Красавцы, петь не умеют, а поют живьем. Молодцы. Да. Тут все совпало. Он бы вам сразу сказал... Полиночка, вы просто чудо. И забрал бы к себе на бэк. Какая чистая девчонка. Сергей. Полиночка, я встал, потому что ребята по бокам встали, и меня... Они зажали меня. Я шучу. Нет, я шучу. На контрасте с предыдущим участником мне сначала показалось, что вы немножко переигрываете, что немножко всего этого было много. Но... Покажи еще раз.
Чуть-чуть солнышко радуется, побежал ручеек, струйка. Набрался на спектакле. Так вот, мне сначала показалось, что это чересчур много, но... Это нерв. Да, это нерв, но плюс вы, в принципе, как стоите сейчас, это тоже достаточно активное. Может быть, витаминки хорошие. Но я серьезно говорю, что это, видимо, ваше такое нутро. Вы такая светлая, солнечная. И да, это было очень искренне. И вот это выступление для меня сложилось. И песня, и ваш образ, и эта улыбка, эти глаза голубые, прекрасные. Мне кажется, что очень светлое, яркое, солнечное выступление уже второе за сегодня. Два солнца у нас сегодня. Рыженькое солнце и... блондинистая, светлая. Ну что ж, зато Полина, набирая 71 голос, занимает второе место в тройке лидеров.